Факторы ценообразования. Все хотят инвестировать безопасно. А инвестирование в акции считается рискованным предприятием. Невозможно точно сказать, что происходит на рынке. Но и потенциальная выплата может быть очень высока. Выше, чем по банковскому депозиту. Если же Федеральный резерв США объявит о том, что он будет поднимать учетную ставку, то большое количество людей выведут деньги из фондовых рынков на свои банковские накопительные счета, которые безопасны. Это подстегнет рост курса доллара США.